Накануне Дня знаний в городском округе Люберцы проходят мероприятия, направленные на оказание помощи семьям, в которых воспитываются школьники. В зале картинной галереи состоялась традиционная акция «Собери ребенка в школу». Какие подарки и принадлежности к 1 сентября получили ребята, покажем в следующем материале. Илья Герасимов, пожалуйста. В первую очередь за подарками вышли будущие первоклассники. Ребятам вручили ранцы и специальные наборы из 36 предметов. Теперь к 1 сентября все есть. Остается только настроиться на учебу. Ребят, в преддверии этого праздника, праздник называется «Собери ребенка в школу», мы со взрослыми нашими друзьями, это и предприниматели, это и депутаты, собрали как раз-таки для вас новые рюкзаки, новые принадлежности, для того, чтобы вы хорошо учились, для того, чтобы вы пошли в школу и ощущение праздника было с первого дня. Акция «Собери ребенка в школу» ежегодная. Она проходит по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 2017 года. На этот раз констовары и школьные принадлежности получили 60 детей. 1 сентября. Я поздравляю всем, чтобы хорошо учились и все такое. Мне подарили рюкзак. Я люблю рисовать и писать. Предметы мне нравятся. Математика. С началом нового учебного года детей и родителей поздравили народные избранники городского округа Люберцы, а также депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Дружеским матчем открыли обновленное футбольное поле на территории 56-й гимназии. Площадка для занятий физкультурой здесь появилась 40 лет назад. В 2018-м спортивный кластер модернизировали, оборудовали зону воркаута, установили тренажеры, сделали баскетбольную площадку, беговую дорожку, ямы для прыжков в длину. Летом по просьбе юных футболистов расчесали искусственную траву и подсыпали резиновую крошку на игровое поле. Раньше поле было плохое с кочками, а сейчас оно стало лучше много раз. Кочки убрали, стало лучше играть. Мы с ребятами часто сюда приходим. Спортсменов поприветствовал Владимир Волков. Глава округа вручил ребятам футбольные мячи и сыграл с ними товарищеский матч. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте. До свидания.